Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Flutter, и я удивлен сам себя, потому что я как бы делаю реакции, один из тех людей, которые делают реакции на русскоязычном ютубе, и как бы никто не сделал реакции на видосики по Undertale. Ни я, ни DHD, ни Диккенсон. Надо бы это исправить. Я понимаю, что Undertale уже заезжен, но тем не менее я нашел подходящий видос для реакции. Так, 3, 2, 1, поехали. Называется видео «Последний вздох». Я вижу, ты приближаешься. Ты как раз таки на мой прием. Окей. Скажу сразу, я не играл в Undertale. Папирус? Что ты там делаешь? Рад приветствовать тебя в моих объятиях. Я хотел бы ее пройти вместе со своей девушкой, но так уж получилось, что... как-то у нас не получалось, и что вообще мы на прошлом стриме пошли в Fallout. Так что... Я верю в тебя. Окей, what the fuck. Ты это сделаешь. Мой дорогой Санс, я ухожу первым. Боже мой. Прозвучало как в каком-то аниме, я не знаю. И она какая-то... Я не знаю. Папирус. Кем ее можно назвать с этим? Брат. Кадром, окей. Нет, нет. Это очень печально. Прости меня, брат. Прости. Мне так жаль. Окей. Это очень печально как-то. Ну, держись. Сейчас будет батл против... Один про... Ну, девочка против... него. Честно, я даже не знаю, как зовут персонажей. Ну что ж, прости меня, маленькая леди. Я должен сдержать обещание. Маленькая леди. Я должен убить тебя! О, и песня из Мегалования. Которое позаимствованное было вот этого. Которое было позаимствовано в Хоумстаке. Только переделано немножко. Боже мой. Папирус. Я сделал все, что мог. Почему? Почему? Казуда, спасибо за просмотр. Стоп, что? Это все? Это реально все? Боже мой, почему видео такое грустное? Твою мать! Похоже, что пора возвращаться назад в депрессию. Спасибо за просмотр, с вами был Flutter, а я назад в депрессуху, которая меня неделю блажила уже и... Из-за этого я и не снимал видосы. Не так часто. Всем пока.